За седой грядой Урала, между двух кизилов рек, где стыкуются Европа и Азия, лежит земля родимая. В легендах и сказаниях, в песнях воспетая, ты наша гордость, слава и овеянный, край мой любимый обселил. Добрый день, уважаемые курсанты! Вас приветствует обучающееся объединение краеведения. На протяжении всего маршрута с вами будут работать Аркас Кильдярова и Айлин Давидарова. Сегодня мы познакомимся с наиболее интересными и привлекательными достопримечательностями села Аскарова. Открытие арт-объекта «Я люблю Аскар» состоялось в 2017 году. Теперь аскарцы могут с удовольствием фотографироваться здесь. Территория всего района составляет 4288 квадратных километров. Население составляет 45227 человек. В районе насчитывается 91 населенный пункт и 15 сельских поселений. Административным центром является село Аскарова. Матур урман кырдарым, иңе арынап, дини даллап, яңгырай миннең йырларым. Йәнче ишмәләй, йәнгә шифа. Сылтыра баткан һыуҙарым, төҫкә матур буйға зифа, эшкә уңған ҡыҙҙарым. Әбйәлилем, тыуған ерем, матур урман ҡырҙарым, һиңә арнап, һине данлап, яңғырай минең йырҙарым. Әбйәлилем, тыуған ерем, матур урман ҡырҙарым, һиңә арнап, һине данлап, яңғырай минең йырҙарым. Еңеү даулай, һаман яулай, үрҙәрҙең бейектәрен, килен йөгөн, иңгә һалған. Бәһлеүән